Привет, друзья, с вами Турбан и Муарик. Всем привет. И мы продолжаем прохождение The Long Dark, третий эпизод прошлой серии «Назад в игре». Мы подлутались, залутались, все сделали. Греться будем или уж подогреем, где замерзнем, да? Да, именно так. А почему мы бежать не можем опять? Вытащим. Что вытащим? Ничего не брал, мы же сейчас только бежали. Что за нафиг? Ну, сейчас это когда? В прошлой серии. Канистру можешь скинуть? Да нет, она не весит уже ничего. Подожди. Что за фигня опять? Что за фигня? Это что за фигня? Я не хочу не бежать, я хочу бежать. Может, то, что уставшая? А, мы же воду взяли, да. Ладненько, мы сейчас тогда кушаем. Тогда фонарик выйдет. Не, Марис, что ты меня сбиваешь? Фонарик. Так, мы тогда сейчас еда, собачий корм съедаем. И все, и у нас еды больше нет, прикинь. Да. Хоть ладно, хоть не ладно. Ну-ка, дай-ка. А мы бежать все равно не сможем. Сможем. Нет. Да, сможем. Нет. И вода пьем. Я надеюсь, сможем. Че ты? Чё? Чё за прикол? Ты что-то знаешь и молчишь? Да, знаю, да. Ну говори, мальчик, ну что ты? Блин, только если надо, чтобы ровное было. Надо, чтобы было 45.00. А не 45.16, всё равно бежать не сможет. А, точно, да. А нет, сейчас ещё что-нибудь скушаем тогда, да и всё. Ну вот и газявку. Она 0.25. Опа. Это много для газявки. Все, можем. Да, вот, теперь можем. Вот это понятно теперь. Так, надо было сразу карту посмотреть нам. Ты врубил? Да. Так, сразу надо было карту посмотреть нам, а не стоять, не мерзнуть. Так, где у нас этот челик? Ух ты, нифига себе, как да, далеко. Да, еще самолет, а я думаю, до этого все не дойдем. Ах, как же нам проложить лучше путь? Попробовать вот через здесь? Через здесь? В смысле, зачем? Он дальше самолет, так мы. Ну он так же далеко, да, как самолет. Так мы не добежим. А, так, по дороге, да? Рванем по дороге до этого. Амбар Молли. Ой, чувствую долго набежать. Хоть туда идешь-то. Сейчас проверим. Да, все правильно. Точно. Вот так вот по дороге пойдем. И туда придем. Нам далеко. Бежать надо. Ну далеко, ну а что поделать? Далеко, да. Хотя знаю. Бежать можем. Самолета мы шли. Будем надеяться, что. Сейчас бежишь? Сейчас бежишь или ходишь просто? Не, бегу. Бегу. Сейчас наберем энергию, опять побежим. Он так обычно ходит? Нет, когда перегружена, она так не ходит даже. Так, у нас патроны остались только в ружье, если что, да? Да, наверное, думаю, только через мыху надо. Кстати, надо сенс сразу убрать. Вот так вот, чтобы, если что. Да? Машину проверяли мы, это точно. Не, вообще-то не ходили. Ходили, как не ходили. Нет, посмотри, но мы не проверяли. Мы же пришли от Молли сюда. Да нет. А это что, дерево тоже ломать можно? Я говорю. Да нет. Ну ты ж видишь, как она быстро нажимает. О. Не толкайся, мальчик. Не балуйся. В кроссовках вообще просто. Ну хоть не в носках. Блин, она как это как. Погодка успокоилась, да, вроде? Нормально. Она идет и рискует с собой для другого человека. Да. То еще все хуже положение. Ну его там бесконечная гоня, у нас нету ничего. В
Да, как он туда забрался-то, такую даль? Устала. Ну зато мы дровишек с собой взяли. Пошли вот так, а не вот так. Они вот так, а вот сюда. Тут здорово, что будет с кем-то. Я ж не буду ни с кем здорово. А вдруг? Самолеты мы... Кстати, у самолета у нас вещей много там. Одежды, я имею в виду. Ну, в принципе, по одежде-то мы все вроде... Более-менее одета, да? Шапка есть, там, ну, шарфик найдем какой-нибудь. Смотри, не так уж и далеко, мы, в принципе-то, уже почти дошли. Что там за строение? Тебе что лишь кажется, пап? Ну, как кажется, смотри. Ничего себе. А, строение в отрадной долине. Можем... Нет. Нет? Почему? Если человек остается, не живем. А почему не можем? Нормально бы можем. Мы там ничего не оставляли с тобой? Ничего. Если что, на обратном пути зайдем. Опять на волки будут, опять медведь будет. Да погода бы еще не испортилась, потому что... Да погода пофиг, а вот медведи и волки... А как пофиг, Марья, а как пофиг, если... Медведи и волки пострашнее, вам погода будет. Испортится и не будет никаких этих... холодно. Побежали. Не хочется сглазить, но что-то нет волков, да? А что они вот как залают? Завоют. Волки не лают, Марь. Лау! Ну-ка. О, это очень хорошо. Ну-ка, давай что-нибудь хорошее, а? У нас гвоздодёра не было, наверное. Нет, ничего в машине. Да ладно, мы проверяли. Нет, не факт. Ну, быстро открывается, Марь, проверяли. Факт. Я, конечно, понимаю, что это спокойная музыка, да? Лонгдайки, они музыку вот эту придумали как похоронную, а не спокойную. Похоронную? От этого дома до этого фермерский дом Молли это и потом напрямую. Это мы тут вот тупили. Да, было дело. Да мы вообще много тупили. А, здесь же по дороге будет с трупачком это маленький домик. Ну не домик, там как сыроюшка, да? Там если что, можно будет согреться. Спасибо за музыку, конечно, она немножко расслабляет. Меня она спокойная. Пугает, она как будто похоронная. Ну нет, ты идешь. А шаг как ту-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 
пусто, ходи. Нет еды, нет еды. Но вот что есть, плохо. Кого? Напитки. Напитки. Напитки это напитки, мать. Много, они немного дают. А еду что там найти? Я бы, если честно, оленя какого-нибудь вальнул бы. Но потом его 20 раз сделают, ты замерзнешь. Ну а как ты хотел? Ну или с удовольствием волка бы какого-нибудь шлепнул, чтобы... Я хотел бы зайчика. Зайчика? Так, ты что там, спать собралась что ли? Давай, завязывай. Упадет и будет дрыхнуть. До утра. Далеко нам. Так, этого типочка мы не видели, по-моему. А, видели. Идем сюда, мне тут не нравится. Что? Как мне тут не нравится? Как они не боятся? Не боятся. Как они не боятся тут ходить, там трупать? Мне бы страшно было. Ну сейчас уже тревожная, да, такая.
А, это тот же багажник, да, что есть. Ну что-то пока бедненький. Багажник какие-то. Ну да, мы еще не багажник, а пошли. Пусто. Ну тут еще машины не заняло. То есть так, ну нас... хорошо, идем в дом. У нас в городе машины на стекле должны были быть как какие-то. А от этого дома смотри в тот дом. Там же дом это или не это гора, да, гора? Это гора, да. Хорошо. Перед нами тоже гора. Не иди туда. Куда? Перед нами тоже гора, это иллюзия. Это обман зрения. Как ты не понимаешь? Да, да. Опа, ну-ка давай-ка зайдем мы в трактор. О, а сода, я думала. Там тоже что-то может быть. Я очень сомневаюсь. Ну, просто погорает потихоньку. А, ну да, смотри, кстати. Согреваемся. Я бы не заходила на твою место. Вот это там какая доска, это палка, да? Большая. Где? Там лежала. Вот почему мы его не можем разделать? Как так? Лежит волк. Зубами щелк. Зубами щелк. Разделать его не можем. Все, как только я слышу слово волк, буду говорить зубами щелк. Кровать. Кстати, можем отдохнуть. Кровать. Мы греемся. Часик. Часик, да? Какой часик? А что? Зачем? Ну как-то согреться, чтобы все равно будем греться, правильно же? Солнце садится. Да. Об этом я тебе и говорю. А там туда. Второй дом, это что у нас там было? Не помню. Давай костер разжиги тут. А зачем нам здесь его жечь? Мы дойдем до туда и там зажжем, наверное. Ну идем тогда. Идем, да. Я думаю, мы до туда. Как только я услышал слово волк, буду говорить зубами шел. Так, лампа валяется у нас тут, кстати. Давай-ка, знаешь, мы с тобой все-таки что-то, я чувствую, надо сохраниться. Давай, давай. Сохраниться мы давно этого не делали. А что... где второй эпизод? Что-то второго эпизода нету. А мы его, наверное, весь уже потерли. Первым пришли. Так. И куда? Карта, 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 карта. Он здесь, да? Сюда нет, нам, сюда. Что ли? Вот сюда, да, правильно? Ну, понятно, не-не-не, давай посмотрим, вот зайдем немного от домика. Ну, что тут непонятно, все понятно, да. Сюда, по-моему. Мы почти дошли, я думал, нам все понадобится, а нет. Дошли быстро. Дошли-то мы быстро. Ну, потому что, видишь, мы с тобой все-таки ее освободили. Груза много, конечно, но бежать можем. Мы ту сараюшку с тобой, по-моему, не проверяли, Марь. Ну, что проверяли-то? Не надо, ничего проверять. Не проверяли мы сараюшку. Проверяли, мы побегли там. Так, это дом, получается, Молли, да? Может, она сама там? Кстати говоря. Если бы, ага. Она не там, папа, на вылазке. Сказать, дай нам какие-нибудь боты нормальные, ботинки там или что там у тебя. А давай, кстати, может, там еще у нее дома. А? Может, у нее дома что есть. Еще раз? Может, у нее дома что есть. А, ну я и говорю, может, что есть, да. Да я боюсь заходить, это целый кожу ожил. Клиентик какой-то, кто сидит. Закрыто. Блин. Как закрыто? Ну ты что, куда-то ушла? Куда ты делась? Куда ты пропала? Идем. Я не буду через подвал выходить. Я вот, кстати, камушки хочу взять. А и мы ходить не сможем, да? Бегать-то не, да. Да.
Ладно. Один лишний грамм, и все. И все, да. Так, ну здесь мы согреваемся хорошо. Так, у нас проблема в том, что уже сейчас будет темнеть. А по темноте, ну, конечно, можно до костра добежать. Как ты думаешь? Вот сейчас пойти. Да, мы сейчас... Что-то боюсь идти туда. Мы сейчас согреем. А что-то закрыто, дом что ли закрыт? А что там закрыто? Да, походу. Так, ладно, давай камни скинем, что нам бежать-то надо. Правильно? Хотя... Раскидывай подожди, камни. Нам же надо поесть еще. Нам надо поесть. А поэтому, накидываю, раз нам надо что? Поесть, мы будем пить газировку. Правильно? Когда хочешь есть, пей. Когда хочешь есть, то пей, да. Логично. Батончик. Блин, оставить на потом. Да, оставишь и все. Что, не-не, он ничего не дает. Обмена. 250, почему? По весу? Ах ты, не хватает чуток, да? По весу чуток поэтому не я хватает. Поэтому не надо было его есть. Что делаем? Побольше. А, хорошо. Ладно, камень скинем просто и все тогда. Давай перышко скинем. Да вот, камушек мы скидываем, и сейчас будет все норм. Мы можем бегать вот так быстро. Теперь вот так быстро можем бегать. Так, мы здесь можем выйти, да? Да. Ох, мы уставшие какие. Надежда на то. Блин, ну что с погодой опять, а? Ну что опять с погодой? Не видно же? Стоило в дом зайти, погода испортилась. Ага. Так сюда нам надо, да? Нет. Да не сюда, да ты слишком лево взял. Слишком лево взял, папа. Ой, зря пошли, Марь. Ой, зря пошли, говорю тебе. Да не зря. Надо было перед выходом из дома спрятаться. Как на это? Ну как не туда, смотри. Прямо сюда практически, вот чуть-чуть так. Понятно. Сохранились. Что-то мне не нравится. Блин, не идем обратно. Поздно, да? Ужасно. Мы мешок-то хоть с собой взяли. По-моему, нет. Да, это будет очень смешно. Не за смеха нам будет. Смешно, не за смеха. Да. И волки-то не боятся ничего. Я их так боюсь, этих волков. Они ничего не боятся, а ты их боишься. Надо просто без промаха бить. А они по-любому сейчас будут. Я надеюсь, что не будет. Я бы мечтал просто об этом. Ну-ка, нам надо, может быть, фаер уже кидать. Лучше бы какой-нибудь олененок попался бы, да и все. Смотри, ветер вроде есть, мы не так сильно теряем температуру, как могли бы, наверное. Давай это как-то посмотрим. Нам просто проблема в том, надо? Что мы можем даже не развести костер, понимаешь, из-за этого ветра. Ну, конечно. Правильно. О, мы рядом. Давай, кидай. Фаер. Если я кину, тут сейчас скрипт работает, волки, значит, надо. Давай пока еще дойдем, я думаю. И сработает тогда. Давай, отдыхай, подруженцы. Надо фаер кинуть. Нам надо костер искать, по-любому. Надо фаер бояться. Это скрипт игры, пап, ты его не заберешь, только фаер не кинешь. Дай фаер, давай. Кидай. Подожди. Мы почти дошли. Ну кидай, это фаер. Вот сейчас кину и придет сразу волк. А если... Спорим? Не, давай не будем тогда, давай дойдем тогда. Ну? Заведи. Ну? Вкусно. Ну? Ты что там делаешь?
Сейчас приляжем, погоди. Видишь? А мы не туда шли. Ну да. Если бы не туда шли, все, ты бы думал, где он. Молодец, что зайдем, но я буду стрелять. Ты могила какой-то. Только прошу, без волков. Я вас прошу. Тут осталось-то два шага дойти. Я готов стрелять. Только я вас прошу. Не надо, Марь, не балуй. Хорошее местечко, хорошее. Ладно, главное, до костра добрались. Ху, ребят, Какая же гнетущая атмосфера в этой игре, да? А? Нет такого у тебя? Может, это из-за наушников, не знаю. Постоянная тревога. Вот, я уже здесь. Что это у тебя тут? Погрызки? Обезболивающее. А это что? А это что такое? В крови носок какой-то? Сейчас я тебе водички дам, подожди. Это все заберем у тебя сейчас. Тебе это сейчас не нужно. Так, мы греемся, хорошо. А он нет. Осмотреть. Какой проглотный. Не бойся, я просто пытаюсь помочь. Водички. Ай, блин, я все лишь выполняю, блин. Какой? Волк зубами щелк. Вот такой человек. Я только ты или я говорю, так. Волк, надо говорить зубами щелк. А есть такая мысль у меня, что нужно поспать. Этот костер не затухнет. Это радует, правильно? С едой проблемы. Но у нас ее вообще нет, все равно. Это что такое? А как же это? Одно и то же идем. Что делать? Еды нет, Марь. Нет. Мы попадаем в такую засаду. Нам сейчас лучше поспать. Еды-то нам хватит до туда дойти. Так. Поспать, а поспать сколько вот будем спать с тобой? А? Ноль. По еде. По еде вообще пусто, ё. Это что там захрустело? Так. Кстати, знаешь, что хотел? А, нет. Почему такого значка нету? Это деревья, не боись. Ну там медведь какой-то. О, вот так дело. Медведь. Правда? А, ладно, если что, батончик оставим тогда на потом. Да? Все, ложимся спать. Часов на 10 точно, да? Давай 11 настать. Даже 11? 12. Да ну зачем 12? Нам главное, чтобы посветлело. Давай на 10. Пока 11 не посветлеет еще даже. Думаешь? Ну давай, ладно. Главное, чтобы не крякнуть с голоду. Наверное. Пока спим. Когда ты спишь, ребят. О, блин. Так, напоить надо. Ой, да. Пей, Уэйд, пей, пей. Офигеть, он какой оглот. Так. Это что, у него забулькало в животе или что это? Или что это такое было? Это у нас. А, ты знал, а что? Там что за зарево такое? Где? Музыка. Хорошая музыка. Просто прекрасная. Так, давай водички с тобой готовим пока, да? А ты знал, что во сне нельзя сразу голубя умеют в реальной жизни? Готовить? Знал? Что? Ты знал, что с голода нельзя в реальной жизни умереть во сне? Чё вдруг? Что? Чё это вдруг так придумал? А, вода. Вода. Готовить. Еды все равно нет, поэтому бессмысленно. Так, час, два часа, делаем. Не выкипит же она за это время, правильно? Не, не, нормально. Да, вот все отлично. Ну вода нам нужна, правильно же, все равно. Ой, ну спасибо, спасибо. Ой, за погоду не такую надо. Шикарную. Не, нам пить ну надо, хорошо, нам хоть нам дом пить рядом. Надо. Точно. Что у нас вода есть?
Ну да. Это радует. Ах, где еду найти? До дома успеем дойти еще до этого. Приготовим еще литруху, да? Марь. Готовить. Ну нет, давай лучше 2 литра. Вода, ёлы-палы, вода. Давай лучше 2 литра, чтобы было на все. Ну давай. Хотя не, мы сбежать не сможем. Все. Да он сейчас сможет. Пить тоже захочет уже. Да, но он бежать не сможет. Так, ждем. Можно и поспать, чтобы у нас усталость. Какая разница, сон, да, правильно? Поспим. Ну давай, пожалуйста. Погодка, наладься. Все, потише, да, все, надо собирать манатки. И хочешь, не хочешь. Не будем ждать закипания воды даже. Это он костер, конечно, он маг, бесконечный костер. Надо задуматься. Поднять. Я чё? Не успеваю. Ничего. Ай, уже бежать не можем, да? А сейчас сможем. Так мы с ним не сможем. А? С ним мы все равно не сможем бежать. Ну это понятно, да. Но все равно хоть побыстрее будем. Так, котелок. Берем. Съедаем последнее то, что я не знаю, что делать, Марь. Я просто не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Вообще что-то тут плохая память. Нам с этой стороны же еще тоже... Все, последний батончик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 батных штук. У нас в том доме тоже даже еды нет, да? Нет. Просто мясо, мясо не питаться. Надо зайчика где-то искать. Тебе не зайчика, не жалко? Сейчас, сейчас придет, я тебе говорю, сейчас. Это специально так сделано, сейчас волки придут. Мы там не могли вылезти, нет? Можем, можем, Никита. Мы отсюда зашли, по-моему. Да, 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 отсюда. Ну что ж, от дома до дома будем ходить, что поделать. Сейчас тревога начнется. Конечно, мы бы... Если бы сейчас какого-нибудь, не знаю, волка или хотя бы зайца, сохранение меня пугает. Куда нам? Правей, да? Куда? Да нет, дойти, надеюсь, дойдем. Главное, чтобы... Мы ж недалеко ушли, правильно? А мы можем ее в машину тоже засунуть? Его... Нет. Запихнуть в машину его. Багажник. И поехать. Так, а мы здесь что, не можем спуститься? Что за фигня? Зачем так ногу переломаемся? Ёлки-палки. Забрался тоже, да? Так, это гора. Или это дом? Чё? Гора. Это гора или дом? Это гора. Ёлы-палы, как они меня с этими звуками пугают. Тут то еще что-нибудь. Спасибо за музычку, конечно. Тревожная? Я бы лучше без нее обошелся. Тревожная музыка? Ну такая. Теряем температуру. Я сказал? Давай, давай. Давай, давай. Где ты, серый? Где серые? Что, сверху прям на пол? Один готов. Да, молодец. Все, пошли вон отсюда. Я подушку прятал. Тише, тише. Ага. Разжигаем костер. Да, разжигаем костер. Иначе мы умрем без мяса. Да? Как давай у волка разжигаем, чтобы его не было.
Давай около волка, да, сейчас. Я спрятался за подушку. Ух. А я за подушкой, меня никто не видит. Хоть бы погода не испортилась, да? Научился стрелять хотя бы. Ребят, мясо. Или не мясо. Сейчас как ветер поднимется, будет нам мясо. Масло? Да, или без масла? Масло, ладно. Попробуем без масла. Вот так вот, да? Давай. Будет огонь, не будет ветра, будет все шикарно. Камон, огонек. В смысле, недостаточно? Я говорю, надо было это. Чего? Надо было эту лампу и топливо брать, блин, заговорил. А что у нас теперь, вообще ничего нет? Нужен труд. Труд. Я же надо было лампу брать, я же тебе говорил, Тише. Как сделать труд? Он меня, как обычно, не слушает. Как сделать труд? Никак? Я знаю, но я тебе говорить не буду. Май, ну не придуривай. Да я не знаю. Как сделать труд? Вот тут. Трутик. Трутик по сверху. Сверху. Давай. Пу-пу-пум. Пу-пу-пум. Да, делаем с маслом нафиг. На всякий пожарный. Какие шанс на успех? Да что? Что зажег? А, уголь. Проблема в том, пап, что волк далеко от костра. Волк нормально от костра. Сколько это будет? 53 минуты, да? А тот ведь далеко от костра, он замерзнет, сейчас умрет. За 28 минут, нормально. А тот? Он нормально тоже у костра, не переживай. Да? Да. А шкура? Не надо. Мы все равно, по идее, здесь. Не надо. Так, что нам надо сделать? Мясо. Мясо, готовим мясо. Мясо, ей будет еда. Будет еда. Волчатинка. Жалко волка. Мне нет. Мне да. Вообще ни капельки, мне его не жалко. Ни капелюшечки, прям вообще ни капелюшечки. Я рад, что есть мясо. Я тоже рад, что мясо. Чё, один батончик оставался, это же вообще ужас. Я уже думал, все, кирдык. Они как одна семья или у них это просто банда такая? Банда, конечно, семья. Или семья. Семья-банда, да. Они тут это так, сейчас будет готовиться, и давай мы тогда сможем шкуру взять еще. Шкура. Собрать. И как раз переночевать можно будет там в доме. Если... Ох ты, погодка. А, костер! Нет! Минута! Опять 9 минут. Ёлы-палы, это все, это потому что погода испортилась, да, ветер? Ах ты ж ветер. Ты не могучий, ты вообще не могучий. Нет, все. И мы даже не сможем, наверное, приготовить, правильно? Нет, смотри, не портится или портится? Не, ну он не портится, но если будем постепенно добавлять, то... Угля может? Палка, уголь. Палка. Или кедровый дров. Палка. Нет, сразу на 9 уходит опять. Ну зато смотри, оно 14, потом на 9, то есть это хватит нам. Оно постепенно сейчас добавляется. Чего нам хватит? Оно постепенно добавляется. Ну, может пойдем в сторону дома пока? Не, давай мы подождем. Марь, нет, все, хуже погода становится. Нет, смотри, оно сейчас до 5 или до 3 уйдет. Палку положим, будет 12, а потом на 9, то есть мы очень много тратим ресурсы этого, понимаешь? Да мы и так его потратили, а так хоть с пользой потратим, у нас мясо готовится. 7 минут, да? Там в сыроюшке всё, вроде давай. Уголь был, что добавляем? Палка, хорошо, она везде можно достать, она не нужна. Ну давай, мясо хотя бы, да, хотя бы 2 кусочка приготовься, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой.
Так, берем его и в сторону дома сразу. Там в сараюшке был... печка была, по-моему. В подвале вроде не было печки, да? А в сарайчике был. Не знаю. Я не ошибаюсь. До готовности минутка, отлично. Бери. Съешь. А зачем нам? Полегче надо, чтобы было. Ну и это может быть. Можем съесть, в принципе, правильно же? Ну ладно. Да, лучше. А зачем нам его таскать? Все, побежали. Все, идем. Надо дойти. Мы дойдем, мы дойдем. Что опять бредить будет? Давай, давай. Хорошо, мы волков хоть прогнали. Ребята. Таймичка, таймичка, Марь, таймичка. Таймичка, таймичка. Но, здесь минус. Хорошо, я его вышиб, этого волка. Это просто герой, блин. Просто герой, да. 9 минут. Хорошо, хоть... Да опять. Хорошая музыка, это не значит, что все хорошо. Не значит, что она не поменяет сейчас на плохую, да? Она хорошая? Ну, нормальная такая, да. Ну, обычная, не такая, как когда уже вообще тревога. Блин, а я уже пугался. Как бы нам... У самолета думали, что мы столько еды набрали, я знаю, а на кстати, самом деле она... Я знаю, кстати, какие предметы тут использовали. Либо два, либо один предмет для музыки. Скрипка и пианино, либо просто пианино, либо просто скрипка. Нет. Наверное. Потому что это... На барабане не сыграешь. Держись, держись, да, маленько осталось. Мы дойдем. Очень не... маленько, блин, осталось. Ну нет, ну до дома, хотя бы до убежища, маленько, правильно? Да. Единственное, что в подвале же нету, да? В подвале нет печки, точно, да? Ты уверен? А в дом мы тоже не можем зайти. Ты вроде говорил, что там... Нам тогда надо идти в тот сарай сразу. Зачем? Ну ты, мы там хоть костер там сможем... наполовину это! Так мы хоть костер сможем развести, мясо пока пожарить. Давай посмотрим. Что? Будет ли там или не будет этого печки? Мальчик, да ну ты, что ты меня толкаешь? Там не было печки. Да, погодка супер. Марь, можешь нормально сесть? Ну я же не могу играть с тебя держать. Почему? Сильно. Так, здесь, здесь закрыто. Генератор не работает. Генератор. Да там не было печки, не было, не было там печки. Не было. Давай проверим на всякий случай, да? На всякий случай. Просто в подвальчике-то как-то по... Он дай... Так, это что? Похоже, ну не то. А может сверху? Сверху, сверху может быть. Не в этом верху, он там. Но не в этом верху, в том верху. Да. А это что такое? Там. Это не печка, не? Нет, даже с трупиком не хочется тут ходить. Да ладно, трупик, это не самое страшное, я тебе хочу сказать во всем этом. Так, верстак, о чем это? Мы же здесь все смотрели с тобой, правильно? Было дело. Да. Да-да-да. Очень давно были. Пойдем тогда в сараюшку, я думаю. Сейчас наверх мы не поднимемся, там закрыто, правильно? Нет. Ну мы поднимались уже вроде. Ну давай проверим. Я буду рад, если дом открыт, но он, по-моему, закрыт. Да. Он закрыт. Что постучаться нельзя было? Марь, ну не висни. Что нельзя постучаться? Открывай. А куда она ушла, непонятно тоже, да? Что она никуда не уходила. Не надо, волки там кто-то, не надо к нам, все, ребят, все, уже спасибо. Вы уже наведывались к нам. Здесь была печка, по-моему, была. Ну, по крайней мере, здесь от ветра будем защищены, мы сможем просто костер разжечь.
Я надеюсь, что там еще есть еще схрон с углем и со всем, чтобы мы много не тратили дровишек твоих. Ага, есть тут схрон, да. Есть тут схрон, да. Что будем делать? Нам надо греться по-любому. Да, попробуем разжечь. А, разжечь, сразу потом выпить горячего, да? Что? Выпить горяченького? Да. Давай, ты попей тоже водицы. А, солнце, в принципе, высоко, мы, я не знаю, возможно, сможем даже дойти. Как думаешь? Да, вряд ли. А там рядом же еще дом, мы туда можем зайти. Кстати говоря, да. Сейчас давай мы здесь тогда, сейчас быстро согреемся. Потому что так медленно мы точно... Не будем топливо тратить, да? А из чего мы делали труд? У нас один труд остался всего. Ну, мы из палок сделали. Палок-то у нас много, но, блин... Палок много. Так давай сразу заготовим труд. Да? Здесь? А, вот. Пять. Ага. Нет. Начать делать. Так. Сколько у нас теперь? Ты замерзаешь, как и он. Два сделали, да? Два-то... Давай еще сделаем. Еще один, ты будешь получать опять. Чтоб у нас хватало, ладно, да-да-да-да-да-да. Все-все, не бойся, все, греемся. Греемся, греемся. Блин, может, оставим топливо на потом? Как-нибудь, на какой когда потом? Мы туда пойдем. К дому. Там, наверное, будет печь. Погода жесть. Надо подготовить мясо, пока есть возможность. Или как ты думаешь? Да ладно, ты чё, серьезно что ли? Последний степень. Ты чё, серьезно что ли? Последний степень. Так, мясо, 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 ну, хочу мясо. А? Неудачи. Давай, огонечек, давай. Разгорается, разгорается, да? Да, все, пошел, пошел огонь. Ура! Супер. Perfect. Так, час будет огонек. Готовим мясо. Еще одно. И все, что ли? А что такой худенький волк попался нам? Наверное, стройный. Стройный? Так, воду сразу выпить надо. У нас еще шкура. Ох ты, у нас еще шкура, она же тоже тяжелая. Шкуру можно было и сбросить, в принципе, в подвале. Можешь бегать до подвала? Не-не-не, ты чё? А чё? Да не. А зачем нам? Ноль целый килограмм, считай. Да не, скинем куда-нибудь. В смысле? Ну чё, это килограмм, ну, тебе? Ну окей. Так. А, у нас еще есть мясо, кстати. Блин. И воды у нас еще 2 литра. Ладно. Не скидываем, так не скидываем. Так, 54 минутки до готовки. Такая тяжелая, а? Так. Мы быстренько часик тогда можем и вздремнуть. Подожди, так, с костром у нас как дела? Надо подбавить. Блин, нет, нет, уголь надолго. Книга одна. Палка одна, да ёлы-палы, серьезно? Палка одна, вот это я... Только ты же сюда так хватает. До готовности 17 минут, нет, уже спать нельзя. Вообще нельзя спать. Поднять. Уэйд, держись, Уэйд. Погода никудышная. Нам придется пробираться, как ни крути, да? Придется идти. От домика к домику, а к домику к домику. В доме хотя бы еда у нас, ладно, есть, мы сможем переждать непогоду, если что. Да. Ну давай, камон, камон. Все у нас с палочками-то.
палочками у нас это плохо. Так, вот скриншотик сейчас, ребятки, заварганим. Хорошенький, вот это да? Скриншот. Что? Вот это скриншот. Пойдет так? Не? Наверное. Как-то так, да? Скриншотик, ребятки, делаем. Мясо готово. Берем. А ты? Что? А, это большой кусок. Все, понял. Так вот, так он не худый получается. Не худенький, не, нормальный. Значит, он не худенький, нормальный. Это радует. Так, 24 минуты на готовку, 41 огонь, ну, нормально. 23 минуты на готовку, да? Да, да. Сейчас ставим тогда чаек, все ставим. Ребят. Да. И на этом мы закончим серию. Сейчас чаек поставим, чтобы он был готов. В следующей серии уже у нас будет все норм. Сразу пьем чай и помчали. Правильно? Правильно, Марек? Да. Я говорю. Так, 15 минут. Примерно как раз готовить. Чашка травяного чая. Чик. Ну, примерно все. Примерно в одинаковом. Пьем чай. Можно, в принципе, пока съесть. Вот у нас маленький кусочек мяса вообще. Мы его съедим. Зачем он у нас будет, правильно? И у нас остается... Блин, почему так быстро уходит, я не понимаю. До готовности 2 минуты. Это до готовности 8 минут. Отлично, ребятки. Тогда. Тогда. Пьем. Пьем чай. Пьем согреваемся, чай. Ждем мясо. И в следующей серии стартуем. Постараемся дойти. Спасти еще одного выжившего. А там время покажет, что будет. Да. Берем мясо и ждем. Три минуточки, да? Дождем? Правильно? Очень вкусно. Подождем. Подождем. Подождем, подождем. Так, берем. Все, на этом, ребятки, заканчиваем серию. А что будет дальше, узнаем в следующей серии. Ссылочка на плейлист в описании. Оставляйте комментарии. Ставьте пальчик. Лайчик. Лайчик. Ставьте лайчик. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем спасибо, ребятки. Пока-пока. Пока.